Всем привет, добро пожаловать на канал Sokol Play. И сегодня мы продолжаем играть в Wolfenstein. В предыдущей миссии мы зачистили госпиталь, уничтожили врата. В общем, сделали больницу более спокойной. И обнаружили то, что... Обнаружили то, что они механизированных людей создают. Да забирай гранату отсюда. Нет, зачем она? Так, надо нам черный рынок. А черный рынок где у нас тут водится? Друг, я тебе сейчас патрон найду, не волнуйся. Без башки останешься. Куда ты меня прикроешь? Идем. Подожди. Не пойдем пока. Пока сбегаем, улучшим оружие. То зачем? Храни деньги, пока немного подушить некоторые виды. Как же без улучшений? Так, что-то звуки мне эти не совсем не нравятся. Ладно. Расстреляем их позже, ребят. Ну хотя бы попадите, что ли. Косые такие. Я до невозможности. Вот так. Достал уже. А пока что? Пока что. Опять за патронами? Да. Нет. А зря. Я пока не знаю, в чем состоит твое задание. Ну это ты говорил. Ну это ты тоже говорил. Ну это ясно, доходы-то бешеные. Основные деньги у вас. Это я уж понял, что вам это ни к чему. Чем могу помочь? Денег дай. Денег. Улучшаем в первую очередь кристаллы, потому что они для нас наиболее ценные. Вот так. Да. Так. Гранатомет, Тесла. Чё у нас? В рукопашном. Да, может так. Прицел или калибр. Сколько стоит? А, во, давайте. Нарезку сделаем и. Полный. Тут пополним. Так. Вроде бы все. Ладно, приду.
Так, и что мы сделали? Нарезку. О! У нас появился второй прицел. И тут мы закупились. Следующий. Готов. Да, точность, конечно, значительно повысилась, чувствуется. И мы продолжаем. Поехали. Так, тут мы уже везде были. Шнель, сам ты шнель. Ну что ж, идем. Вот так. И не мучайся, друг. Главное, не мучайся. О, штаб-квартира СС. Ну да, конечно, конечно. Пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу. Это дружеская? Спи. Как узнал? Между с глушителем даже. Не выйду. Просто не выйду, не дождешься. Справа, может, тоже. На! Подарок. Да отстань ты, шпион, не шпион. Какая тебе разница, кто? Пришел вас кромсать и все. Чушь. Сам нехороший человек. Мне только вот интересно, где он за спиной его таскает? А ты? Блин. Недолго говоришь? Ладно. Сомневаюсь, что недолго. По мне долго.
Смотрите, мастер на все руки все делает. И ломает, и открывает, и вскрывает что угодно. Ладно, не хотите по-человечески, я сейчас сам приду. А я тут. Не ждали? И я не ждал. Давайте, ребят. Мне гранат не жалко. А для вас тем более. Снабженцы вы мои. Ладно, идем дальше. Золото всюду. Я богатый буду при деньгах. А при деньгах это всегда хорошо. Вот так. Все золотишко мы собрали. Выходим в канализацию. Ну и все, что ли? Да, вот все. Меня попросили освободить троих агентов Золотого Рассвета, захваченных эсэсовцами. На базе СС в историческом центре я узнал, что пленников держат на заброшенной фабрике, принадлежащей отделу паранормальных исследований. Страшно представить, какие методы допроса могут там применяться. Ладно, поехали дальше. Так, миссия СС квартиры завершена. И оружие МП-40. Золото пошли. Согласен. Лезем сюда, смотрим, что тут. Золотишко. Зергут, как говорится. Очень хорошо. Красная надпись. Вот так. Ниже. Это куда? Ниже, ниже, ниже. Мы идем. Ладно, веди, Сусанин.
наглеете. Хорош. Тих ты, блин, а. Со всех углов. Понабрали по объявлению. Ладно, заходим. Рад, что вы здесь, агент Блашкович. Рад, это хорошо. Агент Блашкович, если братьев Золотого Рассвета держат на швейной фабрике, значит, их приговорили к смерти. Пожалуйста. Мы ведь ученые, а не бойцы. Не могли бы вы спасти наших братьев, пока не поздно? Ладно, посмотрим, что можно сделать. Посмотрим. Друг, ты уже помирал раз 15. Если не больше. Не-не-не-не, дашь не думать. А в лучшем кому что-нибудь? Посмотрим, что по деньгам. Да, интересует. Пока ничего не доступно. Да-да-да-да-да-да. Показывай. Прицел. Нужен ли он? Компенсатор. И это. Точность и калибр можешь попробовать. Так, сделаем вот так. Нарезку. Подсумок. Крупный калибр надо будет выучить. Стабилизатор. На 500. А, оружие Тесла еще. На генератор поставим, чтобы быстрее можно было пользоваться им. Ничего. Тихо ты, тихо. Ну идем, что ж, вытаскивать пленных из штаба. Идем, 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 идем. Пришли. Пойдем в базу СС тогда. Меня взять уже рано вам. Да и за что? Я знаю, что ты здесь. Меня тут... Конечно же. Давай. Гранату себе оставь.
Вот так. И как это называется? Юшек легкого поведения. Да. Да я знаю, что ты здесь. Не буду я же. А не подождешь? Немного. Да подожди, не ори. Подожди, не кричи, надоел. Можешь я с ним буду, значит. Да хорош вам насели, чайки. Не буду. Конечно. Оно и золотишко нашлось. Давай, отвязал. Отвязал, не ори только. Нет. Не выпущу. Я прорвался на заброшенную фабрику, на которую эсэсовцы собирались до... Ладно. На этом мы на сегодня закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за просмотр.